Приветствую, господа и господини. Продолжаем наше движение к Эдембу. Все любители уток, все любители лис, все любители свиней и моржей, конечно же. И я уверен, уже включили это видео. Значит, что у меня в прошлой серии было? В прошлой серии я просто развалил, как девочек, уродов в логове рогатого дьявола, и это было прекрасно. Значит, что меня сейчас интересует? Замок света я развалил. Есть вот эта локация, но она мне, как бы, она недавно еще была слишком сильная по левелу. Кстати, не совсем понятно, от чего оно вот так вот красным горит. Металлические поля я, допустим, уже зачистил. Есть вот тут три, плюс квестовая. И вот от свалки меня интересует, сюда есть проход или как? Вот здесь вот как бы есть вопрос. Такое ощущение, что нет, такое ощущение, что оно откроется позже. Значит, единственное, куда я, в принципе, могу рулить, это замок секты. В остальном я вроде бы был везде. Вроде бы. К сожалению, в магазине не появилось гранат. Без гранат, конечно, крайне тяжко, крайне невесело, но... Но мои ребята уже жестко прокачаны, плюс в прошлой серии я за артефакты, найденные в логове рогатого дьявола, взял 10% к риту по роботам и 10% к риту по людям, и я думаю, это будет вывозить. У меня лиса и так критует, что больная. Так, а сейчас начнет критовать еще больше. Сразу осматриваем всю местность, ищем, о, свинюшка, газелька с нарисованной свинюшкой. Интересно, моя свинюшка на это не обижается. Хотя у меня там на одну серию уже была заставка. Это из трейлера игры, типа, утка находит консерву свиную. Такой улыбается, типа, о, похаваю. Свинья на него смотрит, такой, типа, ты чё, поехал кукухой? Типа, свинина, ну как так? Утка, ты же мусульманин, наверное. Я думаю, это такая шуточка прям завуалированная. Такс, комбайн. Что за комбайн? Обследовать можно. Уродливая штука, смотрите, какие зубища. Зачем кому-то понадобилась такая тварь? Ну, чтоб собирать кукурузку, например. Или пшеничку, или еще что-то. Есть домик, есть в домике чего-то. Обычный лом. Тоже обычный лом. Не, аптечка. Аптечка и сломанное оружие. Неплохо. Аптечек уже 6. Как-то на среднем уровне сложности, когда они хилятся после боя, с аптечками стало реально легче. А вот с гранатами как была жопа, так и осталась. И, собственно, свалка. Давайте. Вы стойте здесь, а я пошел лисичкой обследовать все это дело. Найдите вора среди нас, сокрушите его. Тут, судя по всему, это псионик. Да? Тут псионик. Только что-то я пока вообще никого не вижу. Как-то пусто обследовать. Я не буду обращать внимания на растущие из трупов грибы, потому что иначе сойдут с ума. Терять голову сейчас никак нельзя. Тут как-то все вообще грибами зарощено. Обломки старой техники. Ну ладно. Но как-то пусто. А, вот еще второе здание. А вон и уроды. Так, шаман-танк. Где робот? Они, короче, провтыкали робота. Наверное, мне надо найти этого робота. Не просто ж так они это говорят. Наверное. Шаман, охотник, танк. Ну, трое это как бы вообще не проблема. Даже в ближнем бою я просто займу позицию и спокойненько раскидаю. Вот обычный лом есть. Раз лом, два лом. Надо всю локацию обследовать, а потом уже составлять план действий. Потому что я ж тактик, мать его. Прям вообще. Ой, когда я уже вернусь к варианту начала видео, привет, песеры. У меня хорошие новости. У нас что-то новое, классное, интересное. Так, меня беспокоит то, что некогда послушные подопытные стали очень несдержанными и буйными. Внутри группы образовалось сообщество с Плутонием во главе. Пережитое в зоне убедило ее в том, что регион нужно перезагрузить. Меня пугают подобные радикальные идеи. Комплекс совсем рядом. Надеюсь, Плутония и остальные успокоятся, когда мы доберемся до безопасного места. Какая-то Плутония. Так, здесь переход дальше. Понятно. А, медбот. 35 левел. Он тут один. И он тут далеко.
Ну, типа, наверное, мне его надо... Обломки робота. Наверное, мне его надо вырубать, пока он тут один. Убить медбота, если тебя не услышат, будет же вообще шикарно. Давай так. Наверняка ты ходишь по одному и тому же алгоритму, поэтому утка вот сюда. И кабан вот сюда. Ну, где там этот медбот? Ждем. Медбот! Киса, 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 иди сюда. Вон он. Главное сейчас его быстренько положить. 24 хп. Смогу я его убить за раз? Но если критовать буду, смогу. Тут сейчас у всех должно быть 100% попадание, я думаю. Такс. А у этого еще и вырубание есть, да? 100% крит 35. Отлично. Крит прошел, вырубили. Ну все, эти сейчас его спокойненько допинают. Враг вас услышал. А кто услышал-то? Те все услышали или нет? I'm the hero, you're the zero. Все, медбот минус. А, это, судя по всему, вот от них сбежал робот, короче, и они напрягаются. Но я бы на их месте тоже напрягался, потому что... Активировать вот сюда и в перехват становись, если они сейчас на меня побегут. Раз бой не закончился, значит, они сейчас на меня будут бежать. Охотник. Поджигатель, танк. Охотник. Эти типа не слышат. И мясник. Ну ладно. На самом деле, наблюдение. Кабан сюда и наблюдение. Где там твое наблюдение? И лиса. Можно вот сюда, конечно, переместиться. Ну ладно, пусть тоже наблюдение. Пусть сближаются. Чё мне лезть на рожон? Сейчас они спокойненько со мной ко мне подбегут. И все будет хорошо. Я на перехватах их спокойно уделаю. Перехват. А эти тупят, им все равно, они не услышали. Круто же. Overwatch. Overwatch. Вот такой. А не, утка уже сможет сейчас на перехват выходить. И это неплохо. Оп! И пошел перехват. И даже попадание, и даже с критом. Круто же. Теперь, наверное, эти услышат, не? Тоже. Тупят. Не, ребят, я не против. Если вы не слышите, как бы... Ага, вон еще есть танк. Еще один танк, что ли? Брат Лундгрен. Брат Лундгрен, это который... Overwatch. В этом, в универсальном солдате снимался, да? Дольф, который... Overwatch. Не, все в перехват. Все в перехват, вообще не напрягаемся. А вот теперь он их позвал, судя по всему. Сейчас попрыг. Так, 3 здесь, 2 здесь. Мимо. Попадание. Хорошо. Блять, 30 хп, 2 брони. Ну, на самом деле, не думаю, что он сильно... А, типа, что он его лечить будет или что он с ним будет делать? Поджигатель попер. И танк сейчас попрет. Может, хотя бы справа эти не сагрятся. Если не сагрятся, будет хорошо. И надеюсь, конечно, сейчас мои криты будут срабатывать. Это было бы отлично. Так, Фэроу. Да наблюдение. Все в наблюдение. Даже дергаться толку нет. Overwatch. И ты в наблюдение. Пусть они подходят. Мне не к спеху. Оп. Блять, мимо. Плохо. Хотя второй перехват. Тоже мимо. Зараза. Ну и охотник промазал. Поджигатель попер. И танк. Да, вроде справа вот эти вот товарищи не начали двигаться. Там еще один танк. И это очень даже ок. И медбота нет. Что тоже очень даже ок. То, что нет медбота, это прям вообще 10 из 10 сразу. Так, перезарядка. Наблюдение. Наблюдение.
Дакс, перезарядка наблюдения. Overwatch. Пусть они вылазят. А вот и этот танк услышал. Блять, Дакс промахнулся. Шаман не услышал пока. Ладно, жопа. То, что брат Лундгрен там бегает, это ок. Минус. У меня поджигатель сейчас Бормина, скорее всего, подожжет. Но здесь сходу образуется труп. Поэтому я думаю, я ему хпшки восстановлю без особых проблем. Ну, по танку там кто-нибудь отстреливайтесь. Ребят, ну чё вы? У меня вот лиса до сих пор еще не отстреливается. Это, мягко говоря, плохо. Так, Дакс. Overwatch. Наблюдение. Ты, перезарядка. Наблюдение. Overwatch. И Фэроу. Не, ну можно как бы вот сюда вот сократить расстояние, но здесь половинчатое укрытие. Давайте попробуем. А потом на следующий ход за вот это дерево уйду. Overwatch. Будет нормально. Так, перехват пошел. Попадание. Неплохо. Понемножку запинаем. Шаман пока не дергается. Шаман еще трех сможет призвать. Хорошо, что этот брат Лундгрен бегает там спокойно за стенками и даже не напрягается. Так, два перехвата оба мимо. Хреново, мягко говоря. И танк начинает приближаться. Что тоже хреново, мягко говоря. Так, надо за дерево. Надо все-таки за дерево. Мясник загорелся. Хотя, может быть, надо все-таки за вот это дерево, потому что танк сможет вырубить. Что не ок. Фэроу, стреляй по мяснику. С критом. Так, на следующий ход он сам умрет, судя по всему. Он же горит. Он же огонь. Здесь нужно отстреливаться по кому-нибудь. Охотник, танк. Давай стараемся по танку. Есть попадание. И свинья. Свинья. Этот сдохнет. 100%, 25, 100. Понятно. Давай тоже в наблюдение. Есть движение. Надо будет сейчас свинью тоже отводить потихонечку. Конечно, минусы идут, но пока недостаточно. Поджигатель еще одну закидывает. Ой, блин. Так, танк. Блять, и опять мимо. Да как так? Сколько можно? И вырубил свинью. Ну, пиздец. Раз за разом, мимо. Думал, сейчас вынес бота, а потом спокойненько начну их распиливать. Конечно, спокойненько. Ладно, нужно валить танка, что остается делать? 7 урона, мало. Дакс тоже его не завалит за ход. Вот был бы свинья, сейчас бы за ход завалили. Но свинья вырублен, просто надеемся, что он не сдохнет. Уже будет нормально, если он не сдохнет. А тут еще и второй танк. Прибежал. Блин, вот вроде как бы минус 2. Лундгрен тупит, и тот тупит. А в итоге все равно тяжко. Блять, попал. Хрен его знает, смогу я Бормина. Мимо, хорошо. На один ход он типа без сознания. Так, перезарядка. И, наверное... Нет, давай лесой убьем вот танка. 50%? 50% всего? А чё за дела? Ну как бы тут же нормально все. Нет, 50% мало. Хотя кроме него по кому можно отстреляться? Не по кому. Ну надеемся. Попал. Отлично. Утка станет в перехват, а свинью надо будет сейчас быстро отводить, когда он придет в себя. Тут 50%. Нет, давай. Лучше в перехват. Надеюсь, свинью сейчас просто не добьют. Пошел перехват. Попадание. Отлично. Блять, опять вырубил. И выстрелил. Ёбаный танк.
Ладно, сам своего поджег. Тяжко, да. Бормен 4 блин, хода до смерти. Но мне надо вырубать сначала танка. А потом, допустим, той же лесой сокращать расстояние и лечить. Но надеюсь, я смогу это сделать. Может, кританешь? Вот сейчас крит бы очень нужен был. Есть. Замечательно, замечательно. Бормена сейчас поднимем. Бормена сейчас поднимем. Хотя нам горит все, что можно. Так, брат Лунгрен, даже не приближайся. Тут мне и без тебя проблем хватает. Охотник. Охотник в... Блин, охотник в наблюдении. То есть он, короче... лупнет. Такс. Смогу я поднять? Спрятаться и поднять. То есть, допустим, вот сюда спрятаться и воскресить. Не, наверное, вот сюда лучше. Конечно, да, сейчас работает у охотника перехват. Других вариантов нет. А Бормен потом похавает. Мимо, отлично. И Бормен сразу сожрет труп. Дакс. Лупи по охотнику, 50%. Ну, а что остается делать? Попал. Бормен. А, не. Блин, я думал, у меня сейчас будет ход у Бормена. Я как бы смог бы похавать. Это было бы норм. Сейчас же поджигатель опять подожжет, педрила. Ой, сукина сука. Один урона, ладно. Так, Дакс. Дакс, у нас тут все плохо. Вывози, отлично. Леса сейчас надо вот сюда и добивать охотника. Или кто это? Нет, это Бормен, да? Бормен, жрать. У тебя один хп, жрать. Он, кстати, фулл хп восстанавливает. А, отлично, он с еды восстанавливает фулл хп. Да ты шо, ща уделаем. Поджигатель отсюда, сука, закидывает. Сближаться или стать в перехват. Нет, давай, наверное, пока сюда станем. Просто уйдем с огня. Фэроу. Мне 100% надо. 75, крит 55. Ну, надеемся. Надо убивать охотника, потому что сейчас этот брат Лундгрен начнет приближаться. Отлично. У нее, кстати, тоже, если что, можно похавать. Поджигатели, брат Лундгрен. Вот он и пошел на сближение. А может быть, мне наоборот отойти всеми? По-моему, это вариант. Сейчас встанем в перехват, и им придется, во-первых, сближаться, потому что... Overwatch. Вот, а свинья вот сюда вот убежит, за вот это дерево. И я спокойненько на перехватах их буду раздалбливать. Потому что там уже этот брат Лунгрен подключается. И в перехват даже не попадает. Так, поджигатель попадает в перехват. Утка мажет. Что плохо. Такс, поджигатель. Ух ты, у свиньи 100% попадание. Класс. Отлично. У лисички перезарядка. Слишком далеко, значит, перехват. И утки перезарядка. И выстрел. Должен добить, должен. Минус. Отлично. Хорошо. Там еще остается, если что, охотник справа и шаман. Но я не думаю, что они составят прям больших проблем, потому что они пока меня не слышат. Я такой же, прям как мышенька. Блять, Дакс, как? Куда ты вообще выстрелил? Мать твою. Ладно, Бормен в перехват. Ты можешь стрелять, значит тоже в перехват. Ждем движения. Давай, брат, беги. Пошел перехват. Мимо. Второй перехват тоже мимо. Спасибо. Can you feel the darkness? Спасибо. Два перехвата, оба мимо.
Сломал дерево. Ну ладно. Зато 100%. И с критом. Зато 100% и с критом. Дакс, перезарядка, выстрел тоже будет явно 100%. И свинья. Свинья. Но ты его не вынесешь, да, за один выстрел? Только если кританешь. А если дуплетом? 75%. А если в упор? Вот в упор меня это устраивает. Давай. Минусуй. Отлично. У Иридии появились новые предметы. Замечательно. Значит, можно вернуться в ковчег, затариться. Ручная граната. Вообще отлично. Добыча. Так, сохраняемся, во-первых. Новые предметы — это хорошо, но зачищу эту локу. Схожу в ковчег, посмотрю за новые предметы. Прицел. Мимир. Прицел CR-33. 15 к криту, 30 к дальности. О, по-моему, это, короче, легендарный прицел, который, короче, очень даже мне пригодится. И я думаю, он станет лисичке. У меня лисичка как раз и так критует, что больная. А с таким... У нее и так прицел на крит стоит. Ну, короче, ладно, доберусь до магазина, разберусь. Такс, здесь по трупам больше нигде нет ничего. Жрать никому не надо, не надо. Вот еще дроп. И еще одна ручная граната. Класс, две гранаты нашел, при том, что ни одной не потратил. Гранаты — это тема, гранаты — это тема. Так, а вот само здание. Что у нас здесь? Шмотка. Шмотка — это хорошо, давайте смотреть, что там. Ух ты, Мимир 0G08. Неуязвимость для атак с разгона, 3 брони, 6 хп. Ну, свинья, прям сейчас она зайдет. Он у меня как раз постоянно под танков попадает. А это 3 брони, 4 хп. Значит, эту кому-то другому дадим. 3 брони, 6 хп. У тебя что? Значит, даем тебе вот эту. 3 брони, 4 хп. У лисички 3 брони, 3 очка здоровья. Не, ну когда 3 брони, блин, слабые эти хрени даже не наносят урон. Поэтому это, конечно, супер тема. Так, больше здесь. Горючая смесь. Все, больше ничего. А тут... какие-то туалеты. Ну, давайте наверх залезем. Может, наверху что есть. И там, кстати, еще две цели. Надо не забывать. Наверху тут никаких ящиков нету. Вроде не вижу. Ни ящиков, ничего. Давай, падай. Все забрано. Броня класс, вывез бой нормально, без особых потерь. Так что все супер, оп, 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 шаман. Так, шаман. А шаман у нас с одной броней, да? Ну, в принципе, я как бы его и так вывезу. Шаман, а там охотник и какой-то дроп. Ну, хорошо, хорошо. На всякий случай все равно спрячемся, поэтому... Давай. Один. Лисичка. Сюда. И Дакс за мешки. Вот так нормально. Давай, шаман, возвращайся. И получай люлей. Охотник сбоку, хрен с ним, не думаю, что он там много урона наносит. Тем более, у меня у всех уже по три брони. Кстати, гранаты. А то я их всегда забываю поставить. Раз граната. И леса более-менее... тоже ближний бой, так что два граната. Утки, к сожалению, ничего. Утки, ладно, пусть будут бутылки. Ну да, кабан такой прям. Броня, блин, из Fallout плюс повязочка спортивная, шик, мода, все дела, стильно, модно, молодежно. И мы начинаем бой. Да. Кабан первый, 35% на крит. Крита нет, но 10 урона. Что есть ок. Лисичка, у тебя на крит 100%, да ты шо? А если ей тучу крипту повесить? Она критовать вообще будет каждый урон. Каждый выстрел, не только с инвиза. Ну и добиваем. Вот и хорошо. Все, остается один охотник
с которым сейчас я разберусь без проблем. Да, думаю, за эту серию две локации вывезу. Не слишком сложно. И достаточно везет мне по попаданию. Свинья. Сокращаем дистанцию и убиваем. А как так? А чё вообще 25%-то было всего? Типа у него все равно засчиталось, что он за трактором, но я ж практически вот. Эх, ладно, придется один урон все-таки получить. Ну ладно, ладно. Целый один урон. Какой ты жесткий охотник. Да, была бы у меня такая бронька в начале игры, я бы вообще без урона проходил всю эту движуху. Все. Так-с. Где тут дроп есть с этого, с поджигателя? Нет. Это здание я уже обыскивал, я помню. Значит, дроп с охотника, и вот там что-то есть. Что-то есть. Обломки старой техники забираем. А тут аптечка. 6 аптечек, нормально. Нормально. Вроде все, вроде лока зачищено. Значит, давайте на вот эту локацию зайдем. Это, как я понимаю, то ли вот это, то ли вот это. Хрен его знает. А, наверное, все-таки вот этот собор. Зайдем на нее, чтобы потом с ковчега сразу на нее переместиться. Сейчас сходим в ковчег, посмотрим, что там появилось в магазине. Сменим апгрейды на оружие. Ну, в принципе, все. Что я еще могу там сделать? Вроде больше ничего. Так, зашли на локу. Хорошо. Давай. Теперь возвращаемся в небесное копье. Возвращаемся в ковчег. Поглядим. Кстати, интересно, почему броню нельзя разбирать на детали? Как бы это было бы логично. Но почему-то броню нельзя. Что, меня к старейшине запихнет, нет? Да. Вы приближаетесь к Хэмону, это хорошо. И встречаете все больше упырей, это плохо. Откуда эти упыри? Я расскажу. Когда Красный Мор выкашивал человечество, цивилизация развалилась. Началась война между двумя племенами древних. Она переросла в мировую. Люди забыли все запреты и использовали все оружие, которым поклялись никогда не пользоваться. Ну, понятно. Как бы, а почему еще постапокалипсис-то наступает? Потому что какие-то большие ебанутые дяди нажимают на красные кнопки, и потом страдают все. Так, ремблок, начнем с него. Вот рембина, который у тёлочки. У нее 15% вероятность нанести критический урон просто, а здесь 15% вероятность плюс 30% к дальности. Ну классно же, тут прям вообще тема. На бумпалке у нее 30% к дальности... И шанс отбросить врага. Ну, блин, я ей не пользуюсь практически. Ладно. 30 к дальности оружия у Дакса. С одной стороны, неплохо. С другой стороны, можно крит увеличить. Я, наверное, думаю, это будет интереснее. Как бы дальность 20 и так достаточно много. Поэтому... У свиньи к дальности оружия. Но дробовик он и так недальнобойный, поэтому... И отключение врагов робота, 50% шанс. А можно заменить, но это то же самое. У меня больше других апгрейдов как бы нет. Можно, конечно, за детали сейчас что-нибудь апгрейдить. У меня, блядь, 352 детали. Например, рембина лисица. Плюс к криту, плюс к урону. Давай сделаем. О, нормальненько стало выглядеть. И давайте прощу Даксу, ну а шо, что остается делать? Пока, конечно, топовых стволов нет, но в конце концов у меня есть запас, мягко говоря. Один урон иногда реально решает. Так, и в магазине появилось что-то новое, давайте смотреть. Граната, одна штука. Мы ее берем. Аптечки не нужны. Броня не нужна. Ух ты. Такая же броня какая-то. Ух, нихера себе, что это за штука? А вот, судя по всему, топовый ствол. Типа 480. Броня 200. Откуда мне столько деталей взять, а?
Ребят, вы мне не расскажете, когда здесь нельзя продавать? Вот это вот топовый ствол, вот про него я и читал. 13 урона, 14 крита, блин, дальность 20. То есть вот эту пушку сейчас бы Даксу, и вообще бы цены не было. Ну, блядь, у меня 132, а она стоит 400. Ебанутые какие-то цены, просто вообще нереальные. Такс, значит, двигаемся в небесное копье, да? Наверное. Ну, а в принципе, куда еще? С другой стороны, всегда хочется задавать вопрос, что в будущем люди опять настолько отупели, как в метро, что вернулись к варианту мушкетов, одна зарядка, один выстрел. То есть у этой супертехнологичной пушки тоже ж один патрон. Ну вот я бы, конечно, взять, да, 13 урона просто так, то есть 2 апгрейда, 14-15, а критовать она по 20-ке будет. Это жестко прям вообще. Мы скоро придем к Хэммону. Where's all the ghouls? Кишит или не кишит, расслабляться все равно не стоит. Да, расслабляться тут вообще, по-моему, негде и незачем. Тут реально постоянно жопа. Небесное копье, как я понимаю, это собор. Но он так и нарисован, как собор. О, почему вся секта новая ушла отсюда? Куда они ушли? Что важнее этого места? Не знаю, но, по-моему, тут засада. Какая разница? Оставь вопрос умникам. Внутри нам безопасно, надо повеселиться. Ну, а что я обследовал? Это уже ребята пиздят, понятно. А что я тут обследовал-то? Заткнись, нет никаких сталкеров. Мы в безопасности, я бы не сказал. А, вон что-то блестит на втором этаже. Вижу, вижу. Мне нужен дроп, мне нужна та пушка, я хочу, аптечка. Вон ребята. Но они как бы далеко. Я хочу ту пушку, но, блин, 480 лома за нее отдавать, это, конечно, это растраты пиздец. У меня столько лома никогда как бы типа и не было. Где впереди? Я что-то ни хрена не вижу. Вот этот туман на самом деле можно было из игры убрать. Смотрится из-за этого все очень мыльно. Как бы настройки максимальные и все остальное, но из-за тумана реально мылит. Ну что, может попробовать убрать этого товарища и не услышат? Было бы неплохо. Так, давай, максимальное сближение и засада. Привет. Привет, я к тебе пришел. Хорошо, крит пролетел. Ну, вас услышали? Не... Враг вас услышал. Но это типа этот услышал. Остальные-то не услышали. Надеюсь. Минус. Так, бой не закончился. Значит, сейчас будут двигаться. Кто у нас здесь? Два поджигателя. Вижу. Два поджигателя. Понятно. Давай-ка займем, наверное, местность. А можно вот здесь вот занять местность и сразу в перехват стать? Хотя они могут и не сближаться же, да? Не, ну двое это фигня. 50%, 50%. Они будут сближаться просто, интересно, или нет? Могут-то и нет, расстояние не слишком большое. Они оттуда докинут. Поэтому вот стрелять надо. И даже попадать надо. Ладно, двух поджигателей, я надеюсь, я без проблем завалю. Да-да-да-да-да-да-да. Первая бутылка. Давай вторую бутылку. Кардинал Хансен, ты-то кто такой, бля? Охотник. А, он у них ядерная боеголовка, судя по всему, лежит. Охотник. У меня много-много-много. Зря я свиньей попер прям вперед. Надо их сейчас на себя будет вытягивать. То, что они подожгли, это небольшая проблема. Мясник. Мясник тоже не проблема. Так, свинья. Ты можешь, конечно, тут как бы повытанковывать урон на самом-то деле. Но у тебя такая маленькая вероятность попадания. Что как бы аж не круто. Ладно, давай переместимся. Переместимся мы куда бы переместиться. Наверное, вот сюда просто чуть увеличим дистанцию. И выстрел. Будем выманивать мимо. Херово. Херово. Так, лисичка. Лисичка вот сюда. Выстрел, выстрел. Нет. Значит, перехват.
утка. Утки перезарядка, пока по ней никто не стреляет, она далеко. Можно самому наносить урон. Так, 50-50 стреляем. Бинго! Попал. Пусть без крита, но попал. Кардинал пока еще бегает. Не, можете там прятаться, ребят. Я в любом случае сейчас начинаю отходить, так что вам нужно на меня бежать, а не мне на вас. Ой, как больно, на единичку свинью попали. Наверное, надо валить мясника. Так, у Дакса 25. Перехват. Бормен. Вот сюда. И перехват. Overwatch. Лисичка. Тоже прямой перехват. Сейчас мясник начнет бежать, по нему и отстреливайтесь. Хотя, может, и остальные начнут бежать. Ну и что, ни у кого перехват не срабатывает? Что за дела, ребят? Блин, а охотник попадает, раз за разом попадает. Мимо. И у Дакса мимо. Да как так, блядь? Это сейчас начнет сближаться. И тут мимо. Короче, перехваты у меня работают просто на 10 из 10. Самые лучшие перехваты, которые есть. Так, лисичка. Лисичка, лисичка. Перезарядка. Перехват. Дакс. Перезарядка. 75. Убивай. Хорошо. Свинья. Свинья вот сюда. И перезарядка, да, у меня. Или можно отстреляться из второго оружия. Со 100%. Давай. Нормально. Нормально, нормально. За капушечкой спрятался ржавой. Как кардинал. Скажи, что ты еще трупов, блядь, воскрешаешь. Охереть. Он трупов воскрешает. Нормально. Перехват опять летит в задницу. Ой, короче, судя по всему, сейчас надо будет гранаты использовать. Охотник, там расстояние жопа. Не стреляю вообще по Даксу. Дакс у меня не для получения урона. Так, Бормен, меняем и выносим мясника. Убивай. Sleep it off. Фэроу. Можно по поджигателю попробовать отработать. Давай так сделаем. Так, мне бы сейчас, чтобы этот урод, блин, всех не поднимало. Он поднимает за один ход. Ладно, здесь в любом случае надо поджигателя добивать. Добивай. Хорошо. Все пылает, все горит. Пока вроде бы как бы бой контролирую, но... Но все же. Надо Блин. Бормен под контролем. Вот это жопа. Вот это прям жопа очень плохая. Надо дистанцию. Надо на дистанцию уходить. Бормен под контролем. Это пиздец. На два хода. Так, Дакс. Дакс. Вали нафиг отсюда. И перезаряжайся. Фэру, сожрать можешь кого-нибудь? Есть тут труп где-нибудь поблизости? А, ну только здесь. Нет, значит... Значит, тоже вали. Два хода. Максимально отойти. И нет, конечно же, не по моему стрелять. Ну, по кардиналу пробуй стрелять 25%. Мимо. Погано. Ну, у Бормена слишком большая дистанция для выстрела.
А вот охотники попадают. Ладно, аптечки есть. Аптечки есть, если что. Бормин, до расстояния, пиздец. Хорошо, промахнуться. Здесь полная? Полная. Давай вот сюда. 4 хп, конечно. Это жестко. Это жестко. Лиса сейчас может отклеиться. Ага. А кардинал еще и... типа... щит у него. Ну, хоть утка с критом попала. Be gone from here, demons! Бормин, пожалуйста. Шо, он сейчас поглощено. Замечательно. Урон не прошел. Поджигатель. Два хода делает, значит, не кинет. Охотник. Будет выстрел? Да, выстрел будет на один. Ладно. Бормин, пожалуйста, вернись. Вернись в семью. Мне очень сейчас нужен твой дробовик. Вот, на следующий ход, судя по всему, вернется. Так, перезарядка. Здесь на самом деле, блин, у него гранат нет. Ай-яй-яй. Не, ну ладно, поджигатель полбеды. Вот эту суку надо вываливать. На 9. Лиса сможет... Блин, у нее тоже перезарядка. Я-то думал, она хотя бы отхилится. Но отхилиться-то она сможет на 1. В любом случае надо. А вот на стволе у нее перезарядка. Поэтому давай... Давай используем гранаты. Так хотя бы урон хоть какой-то дашь. Бормин пришел в себя? Пришел. И перехват. Отлично! Бормин, какая ты... Насколько ты вовремя в себя пришел? И пришел в себя, и перехват сработал. Это ж просто 10 из 10. Все, пизда вам, ребят. Я вывезу. Я вывезу, я готов вывозить. Лисичка, лисичка. Перезарядка. 5 хп, нормально еще. Нормально, живем. Живем, держимся. Крит. Бормин сейчас за вот эту красную машину переместится. Ты перезаряжайся. 100%, отлично. Хорошо. А ты, Бормин, вот за вот эту машину и 100% у тебя будет по поджигателю? Да, замечательно. Добивай его. Повезло, повезло. Насколько вовремя он пришел в себя и насколько вовремя он в перехват попал. Потому что эта тварь могла сейчас Дакса под контроль взять, могла Лису под контроль взять. Хорошего от этого мне ничего бы не было. Ладно, один урон по Фэру. Живем. Живем, живем, живем. Бормин. Да, режь, режь дистанцию. У тебя 11 хп, у тебя 3 брони. Затащим. Еще и с критом. Вообще, изи-изи. Такс. Давай ты тоже режь дистанцию. Что остается делать? Он по единичке по тебе попадает. А ты вообще не попадаешь. Ну ладно. Такс. Лупи. Попал с критом. Ну все, Бормин на следующий ход его завалит. Надеюсь. Так, Фейру на один еще сейчас сгорит. У нее 2 хп. Отлично. Вот и все, вот и все. Изичка, изичка, изичка. Взяли всех и завалили. Классно же. Еще и левел получили. Хотя мне, опять же, левел, который качать, смысла ничего особо нет. Здесь мне только вот это надо. Хотя вот дает невидимость до атаки. Заменит он крылья. В вашей коже есть особый... Это типа я им смогу вообще везде залазить, куда угодно, что ли? На самом деле, просто крылья я не использую. Можно и эту хрень выучить. А, 12 очков. Ладно, на следующем левеле выучу. У подруги незаметный переход между укрытиями. Ну, типа, не очень полезно. Крылья нахер не нужны. Допрыгну до любого места в пределах досягаемости. Ну, наверное, есть какой-то смысл, но не особо. А больше у нее здесь 16, да? У кабана вот этот дым и хп.
Ну, ХП лучше. Лишнее ХП лишним не будет. Давайте собираем здесь все, что надропалось. Горючая смесь, детали оружия. У тебя ничего нету? Ничего. А что, самого главного этого товарища ничего не выпало? Фигово. Можно было что-нибудь мне и дать. Так, детали оружия. Еще детали оружия. Не особо полезный дроп. Горючая смесь. Блин, у меня этой горючей смеси, мне ее уже девать некуда, я же вообще ее не юзаю. Ну, типа, какой смысл даже просто кидать, она по одному урону наносит, и потом еще по одному заход. Ну, это как бы сильно, мягко говоря, мало. Так, а тут у нас ядерная боеголовка, и... А это переход на другую локацию. А на другую локацию куда? Ну, судя по всему, не квестовую. Так бы квест же был, горел бы. По квесту... А, или квестовую. А вон охотник. Здесь есть одна боеголовка. А, хорошо, что он не услышал, на самом деле. Повезло. Давай, открываем ящик. Тут точно шмотка. Боже, вот такая броня технологичная. Не, какая-то шапка. Увеличивает урон от гранат на 2. Не, ну неплохая, на самом деле, шапочка. Если бы у меня с гранатами было все нормально. У телочки крит при маскировке. У свиньи перемещение. Это очень полезно. У Дакса 25 к дальности. Тоже, в общем-то, для снайпера полезно. Поэтому дальность гранат, наверное, мимо. Здесь явно это переход. Переход вот в эту локацию, в бункер. А мне можно как бы сходить еще сюда. То есть, чтобы к бункеру подготовиться пожестче. Наверху там ничего нет? Вроде нет. Давайте на всякий случай слазим. И обследуем остальные здания. И чё? А, это туалет дымит или что там дымит? Типа бункер под церковью. Угу. Вот есть детальки. Меня больше он тот ствол интересовал. Который 480 стоит. Дакс бы такой дать, плюс прокачать, он, конечно, бы давал жару. Вот он еще домишко. Что в нем? Че это лежит? Капусточка. Капусточка вроде. Ну тут... Ау! Как я вообще не попал? Как я вообще не попал в его обзор? Так, ну здесь охотник. Там он еще это мразина. Ну, короче, безопасные на самом деле. Блять. Безопасные на самом деле, господа. С ними проблем. Видишь дыры в земле, чтобы мертвецы могли тут свежим воздухом подышать. Да нет, ну понятно, что там бункер. Так, утка сюда, тёлочка, давай за дерево. А, тут еще охотник, танк. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вас тут оказалось больше, чем я думал. Ладно. Значит, где-то да будем занимать оборону. Давай, тёлочка, вот сюда. Ты будешь начинать бой, поэтому можно здесь. А Дакс... Дакс куда-нибудь подальше. Закинь-нибудь вот мешки. Оп. Ага, только вопрос, кто будет начинать бой. Ладно, бой будет начинать свинья. А потом отступление. Будем трубить. Давай, сохраняемся. Добиваем эту братью. Вот сейчас охотник максимально близко подойдет, тут подальше вроде как. И будем делать засаду. Можно даже дуплетом лупануть. Отлично. Привет, охотник. 75%. Ну, будем надеяться. Первый и второй. Оба вошло. Шикарно. Какой-то голос робота. Какой-то голос робота, чую. А вот здоровый робот. Так, по-моему, надо было сначала робота перепрограммировать. Что-то у меня такое ощущение, хлопцы. Ну, посмотрим, ладно, будет он сейчас в мою сторону двигаться или нет. Ну, давай, Дакс, надеемся, снимешь. Не, крит не прошел, но он сейчас сам догорит. Робот это жестко.
Так, танк убился об свинью. Стандартный вариант. Мне так нравится, как они убиваются. Ладно, два урона откинул, фиг с ним. Свинья сейчас отойдет и отстреляется по танку. Мясник, понятно. Урон не нанес. А вот робот, конечно, может сейчас создать проблемы. Как они этих роботов контролируют, господа? Вы охренели? Так, робот. Робот ни по кому пока не стреляет. Хорошо. А, мясник. А, не, начал целиться. Начал целиться робот. Такс попал. Хорошо. А, свинья. По тебе робот целится, да, судя по всему, вот. Давай тогда вот сюда вот сменим. Максимальную дальность сделаем. Он же не может стрелять. У него тоже наверняка какая-то есть дальность. И стреляем потом. С критом. Шикарно. Если сейчас лисичка добьет танка, будет супер. 75% плюс крит. Ну, надеемся. Отлично. Минус танк. Значит, остался ближний бой, остался робот, которого все-таки, ну, запинаем. Ой, ближний бой ударил. Лупанул, лупанул. Но Бормен нормально, живой. Такс. Бормен, перезарядка. И по мяснику. Может, кританешь? Блин, жалко. Кританул бы, было бы жестенько. Так, у тебя 75% и 75%. А у Дакса перезарядка. 75%. Здесь 50%. Так, Дакс стреляется на 10. Ну, наверное, лиса будет лучше по роботу отстреливаться. Кстати, давайте ее спрячем за полное укрытие. А так 50%, блин. Ладно, стреляй. Попало, крит 9, отлично. Ну, при том, что 4 брони, отлично. Давай, двигайся, Мимир, за 600. Как эти уроды, блин, реально управляют роботами, если они ж, ну, как бы тоже мутанты. Ну, как бы, типа... Так, этот решил меня палить. Палить это, конечно, хорошо, но я вообще надеюсь тебя завалить за ход. Свиня, как ты там? Такс. Кстати, у этих же есть этот, вырубание роботов. На этого робота вырубание действует или нет, интересно? Ну, судя по всему, оно то ли не срабатывает, то ли не действует. Кстати, Хэмон может влупить дуплетом, да? То есть, вот сюда, допустим, добраться и дуплетом лупануть. И есть шанс его повалить за ход. Давай. И что, оба мимо? Оба мимо? Да вы издеваетесь. Не, ну ладно, поджог это вообще фигня делов. Не вопрос, за следующий ход я его добью. Но, блин, дуплет и оба мимо, это подстава. При 75%. А, сейчас он же все взорвется, да? Да, взорвался. Ну ладно, все мои выжили, в любом случае это конец боя. Нормально, разрулились. Всех перебили. Да, когда уже хорошее оружие, хорошая броня, оно аж в кайф играется. Спокойненько попадают, критуют. Не то, что в начале. Хотя, конечно, с перехватами тут можно задаться вопросом, какого хрена оно так плохо перехватывает. Текс. Давайте дообследуем локу. Явно тут еще что-нибудь должно быть. Я даже представить не могу, зачем нужны эти камни. Какие камни? Надгробия, в смысле? Ну, типа... Ага, вот здесь вот я, наверное, мог перепрограммировать робота. То есть, по-тихому перепрограммировать, он бы пока их лупил. Ну, на самом деле, если в той локации, где это была серая или серая, я бы без робота не вывез, то здесь вывез как-то вообще без особых проблем. А, ты кто? Охотник. Типа, все, один последний. Ну, ладно. Его можно вот так вот в тупую валить. Давай, засада. Раз здесь больше никого нету. А не, вон еще кто-то одуплился. Ну, ладно. Небольшая беда.
Да, враг вас заметил. Я в курсе, что он меня заметил. Не-не-не. А чё по охотнику? А чё по охотнику 25% шанс попадания? Дакс, в чем проблема? Так, 25%. Чё-то вообще как-то... И здесь 25%. О, вот так вот 100. Давай, Бормин, добивай. А тот ближнего боя нам было вообще пофигу. Он не добежит. Enough. И здесь наверх можно подняться. Явно там чего-нибудь должно быть хорошего. Я прям чую. Так, с перезарядочком. Мимо. Какие же вы косые у меня, ребята, на перехвате, по крайней мере. Ладно, вы просто были косые, так вы же на перехвате косые. Overwatch. Да все, блин, в перехват становитесь, он на сближение пойдет. Дакс мажет. Блин, и этот мажет. Да как так? Перехватка тут как-то вообще работает по-кривому. У него 100% должно быть, блин, на этом перехвате, по крайней мере, у кабана. У него дробовик и расстояние фигня. Все. Все. О, еще один левел ап. Такс, такс. Здесь все собрали. Вроде на улице больше ничего нигде не блестит. Да. В самой церкви я был, значит, надо сейчас вот туда вот наверх залезть. И явно там что-то есть хорошее. Хотя, может, просто позиция. Что тут у нас наверху? Может, ящичек, а? Нет? Нет, просто позиция, типа, вот отсюда лупить. Ну... На самом деле, наверное, можно было бы отсюда нормально понакидывать, но я и так вывез. Классная лиса, не убивается. Вроде все. Вроде лока чистая. Значит так, возвращаться, наверное, в куда? В ковчег. Мне смысла никакого нет. Вообще никакого. Сюда дальше это по квесту. Но я предлагаю до квеста сходить. Сюда еще рано, наверное. Вот сюда в птицу. То есть идем в земли секты и переходим на птицу. Потому что дропчик мне здесь действительно нравится. Броня уже реально, которая может зарешать. Вот мне бы сейчас еще оружие сменить, на которое сможет зарешать. И потом уже можно двигаться по основному квесту спокойненько и не напрягаясь. В принципе, почти часовая серия у меня уже получается. Наверное, давайте следующая лока и серию буду заканчивать. А тогда уже в следующей серии пойду четко по квесту. Кстати, не забываем лайк, комментарий, господа. Это очень-очень-очень важно для меня. И таким образом вы высказываете благосклонность ко мне, в первую очередь. Не к игре, а к моему труду, к тому, что я это все пишу, к тому, что я это все монтирую. Надеюсь, вам не трудно. Очень надеюсь. Ну и, конечно, надеюсь, что вам нравится, а не просто так. Потому что если что-то не нравится, тоже пиши в комментариях. Прочту и буду работать. Либо над самим контентом, если не нравится сам контент. Либо над чем-нибудь другим. В принципе, игр выходит много. Есть что показывать, есть что играть. Я сам во много играю. Но сейчас, в данный момент, я выбирал те игры, которые я сам хотел пройти. Которые я когда-то пропустил, возможно. И у меня было желание пройти. Так, как это называется? Гроговый дом. Тут, судя по всему, какая-то пивнуха. Там будут все бухие, я их спокойненько перережу во сне, будет неплохо. Блять, опять лаги. Короче, наливайка, судя по всему. А если учесть, что это реально Восточная Европа, то наливайки у нас это... вещь частая. Так, вижу тела. Дай мне еще грога. Поджигатель, медбот. Ну, в первую очередь, конечно, выносить медбота. Что, трое всего? У нас так целая гробом, зачем нам делать еще? Я хочу все сжечь. Короче, понятно, поджигатели грогом
решают свои вопросы. Но первый, кого валить надо, медбота, конечно же. С поджигателями потом разбираться. Так, медбот сюда, сюда. Блядь, да что за лаги, ну какого хера, а? Исследовать я это все потом буду. Значит так, сейчас становлюсь по обою сторону от двери. Медбот выходит, и мы ему даем люлей. И дальше ждем поджигателей. Так, ты сюда. Ты сюда. И кабан со второй стороны. Даем пизды медботу, а дальше... Дальше два поджигателя. И я их спокойно развалю. Они там по одному урону наносят. Даже если они сейчас кого-то позовут... По крайней мере, этот кто-то далеко. То есть, если на карте красным не отображается, то я его не вижу. Медбот, кстати, нужно, чтобы вышел полностью. Чтобы Дакстес по нему смог отстреляться. Эй, медбот. Ну сюда иди. А ты туда пошел. Вот тебе в эту дверку надо выйти. Давай. Господин медбот. У меня все господа. Господа, господа. Надеюсь на ствол, надеюсь на дроп ствола. А вон там какой-то товарищ на причале сидит, уставший. Медбот. Цыпа, цыпа, цыпа. Иди сюда. В принципе, можно было бы их сейчас гранатами закидать, но я думаю, гранаты стоит оставить на квестовые локации, потому что хрен его знает, что меня там ждет. А гранаты, это, конечно, тема. Жалко, что их не так много. Кстати, гранаты. Так, у свиньи две. Давайте выдадим. По-моему, я там одну находил, поэтому можно утки выдать, да. И у лисицы, а у лисицы ни одной. Ну ладно, давай возьмем Эми гранату, пусть пока будет. Вдруг тут опять откуда-нибудь робот. Как из пизды на лыжах. Ну, медбот, 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 где ты? Ты хочешь сюда идти? Давай, 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 иди. Или ты с этой стороны сейчас выйдешь? Блин. Нет. Вот, умничка. Умничка. Кстати, прикинь, тебя тут засада ждет. Хлоп. Ух ты, он его сразу обездвиживает. Да, враг вас услышал. Там мне как-то все равно, что враг меня услышал. А стоп. Может быть, медбота сможет добить гусь? Стоп, а там что, еще одна цель была? Нет, вроде не было. Медбот как бы на два хода вырублен, поэтому лесу можно сейчас вывести на перехват сразу этих поджигателей. То есть вот сюда ее переместить и на перехват. Думаю, так будет логичнее. Эти сейчас начнут двигаться, получат плюху. Если бы я еще попадал, вообще цены не было. Такс. Значится. Лиса. Станешь вот сюда и отстреляешься. С критом, хорошо. Свинья, надеюсь, сможет добить поджигателя. Утка будет добивать медбота, который пока угрозы не представляет. Только утка решает промахнуться. Ладно, медбот все равно пока угрозы не представляет. Можно вот сюда и добить поджигателя, да? А отсюда не добьешь? 75%. Отсюда точно добьешь. Давай сразу минусуем одного поджигателя. Второй далеко, как бы. А медбот в любом случае, если что, побежит сюда. Блин, Бормит загорелся. Ладно. Небольшая проблема. 1 хп. Заход. Ага, шаман. Вождь пира вызывает подкрепление. То есть, а что, это даже не шаман? Это вождь пира какой-то. А, пира это в смысле огонь, наверное, пиро. Как я понимаю. Ладно, я понял вас. Понял вас, откуда все движуха. Но главное, что мы выключили медбота. Все эти вожди пира разберемся. Еще один поджигатель. Сможет кинуть? Не сможет. Бормин. Уходи вот сюда. И становись в перехват, наверное. Так будет логично. Фэроу. Вот сюда и перехват. Вот мне не нравится только то, что они высоко, они выше меня, короче, находятся, поэтому, типа, у них процент попадания выше. Блять, Дакс, твою ж маму, а.
Ну, ты медбота 2 хода назад должен был положить, а сейчас он начнет съебывать. Или сабра махнулась. Молодец. Ну, Бормин, слава богу, хотя бы свинья добила. Если бы я сейчас не положил, блин, гребаного медбота, которого главное было положить, то это была бы, конечно, жопа. Ладно, охотник отстреливается. Небольшая проблема. Еще один охотник. По охотникам сейчас Дакс будет отрабатывать. Этот зажег. Ладно. Еще поджигатели, поджигатели. Тут не поджигатели, блин. Ладно, аптечек у меня достаточное количество. Плюс я прокачал же, по-моему, чтобы аптечка лечила больше. Вроде же прокачал. За артефакты. А значит, проблем это не составит. Так, утка, перезарядка. Стрелять ты по кому-то можешь или нет? Слишком далеко, слишком далеко. Да в перехват становись тогда. Так, свинья. Свинья вот сюда. К сожалению, в дробовике боеприпасов нет, поэтому в перехват автоматом, да? Overwatch. Лисичка, вот сюда к тебе. Но на самом деле ты в хорошей позиции, поэтому перехват. Поэтому перехват. Мимо. Конечно же, еще раз мимо. Ну правильно, на самом деле, кто бы сомневался, что надо всегда промахиваться. Ой, блин, перехваты что-то тут вообще как не в себя работают, как не свои. Ладно, эти все еще далеко, мне на их тему париться пока смысла нет особого. Может, тут какая-нибудь пиропушка будет, раз тут все такие поджигатели. Так, Сферроу. Охотник. Конечно же, мимо. Спасибо, учитыл, это называется. Так, эти все не на линии. Не, ну Дакса надо двигать. Хотя, куда его двигать? Ну, давай сюда хотя бы. Хоть чуть-чуть дистанцию сократим. Охотник 25%. Ну, стреляешь, что делать. Конечно же, мимо. Ясно все с вами, ясно все с вами. Свинья, возвращаем дробовик. 25% мало. Становись в перехват. Хорошо, попал. Надеюсь, сейчас этого вождя пира и завалим за следующий ход. А чё Дакс не отстреливается? Он что, их не видит? Типа. Типа это странно. Блин, а эти все поджигают. У меня уже тут все горит. Все горит. Включая мою жопку. Ну ладно, жопка пока еще не горит. Бой вроде как в мою сторону. Перевес сил. Такс. Не, Бормин, нас интересует вот этот товарищ. Давай вот сюда. И со 100% вероятностью выпишем ему пиздюлину. Ты добьешь его? Если кританешь, да? А если дублем? А дублем тоже можешь не добить. Давай попробуем дублем. Есть. Отлично. Отлично. Так, Фероу. Фероу тоже. Отходи. Спрятаться, конечно, незачем. Но отстрел. Утка. Давай, тоже в наблюдении. Сейчас они должны начать двигаться на меня. Ну ладно, охотник на один попадет. Один урона, небольшая проблема. Второй охотник тоже на один попадет, ладно. Поджигатель же должен двигаться. Отлично, по нему еще и лисичка попала. Еще один поджигатель, Дакс. Блять, Дакс все мажет. Дакс все мажет прям вообще. Супер меткий человек. Сюда можно бутылку сейчас было закинуть. Там 3 или 4 человека рядом стоят. Дакс-то вряд ли докинет бутылку. Не, гранату тратить на это не. Не докинет.
Даркс не докинет. Зато сможет по поджигателю лупнуть. Ну, лупи. Поджигатели как бы не очень опасные. Бутылки, бутылки бутылками, но оно такое себе. Так, можно вот сюда. А, блин, у меня патронов нет. Ну, свиньи. Жалко. Эти все не на линии огня. А гранату сможешь кинуть? А на самом деле это сможет. Можно даже попробовать всех четверых зацепить. Но гранату жалко. Гранату жалко. А бутылки у него нет. Бутылку я бы кинул. Ладно, становись пока в перехват. А лисичка, вот сюда и бутылку, наверное. Она все равно горит, как бы. Вот сюда швырнешь бутылку. Всех четверых не получится зацепить? Нет, можно троих. Ну, хоть что-то. Три урона и по один каждый ход. А, по поджигателю он не работает. Поджигатели не горючие. Ну, в общем, логично. Блин, бедная лисичка получает плюху за плюхой. Ой, еще одна бутылка полетела. А лиса у меня что, типа не горючая? У нее броня, которая... Что-то в нее допинали этих бутылок, а ей похер. Так, Фэроу. Давай, отходим. Хотя можно вот отойти вот сюда. Тут, блин, куча всего. Хотя поджигатели по ней кидают бутылки, которые ей урона вообще не наносят. Но здесь спрятаться не за куда. Только вот здесь аж. Но это только через бег. Места Дакса нет. Ладно, давай попробуем максимально через бег отойти. 5 хп. Похилится, не похилится. Ладно, давай попробуем минуснуть поджигателя, наверное. Хорошо, Дакс его сейчас доберет. Доберешь же. Доберешь. Поджигатель там еще все подпалил. Остается свинья. Свинья можно вот сюда. И разваливать охотников. Хотя вот тут еще один охотник есть. Да, давай, наверное, так и поступим. Вот сюда. И лупнем по охотнику. Типа в отдалении от тех, чтобы у них хотя бы по расстоянию ко мне был шанс не попасть. 11 хп урона. Нормально. Так, охотники горят, пылают. Попал. Ну ладно. А вот поджигатели начали сваливать. Хорошо. Ну, охотник, так себе. Ты спрятался, скажу тебе честно. Так-с, вот сюда свинью и отстрел. Если с критом, то убьет. Блин, оно не то, что не с критом, оно вообще, вообще никак. Так. Давай сюда. 3 хп. Тут, наверное, судя по всему, все-таки надо... Ага, не выучил я хилку, которая плюс бы давала. Дакс. 25%, не на линии. Перехват. Что остается? Вот он и работает, перехват. Блять, мимо, все мимо. Что не плюха, все мимо. Охотник отошел. Охотник отошел, у Бормена 10 хп, это нормально. Дакс, перехват, Бормен, у тебя как, 100%? 100%. Мне бы на самом деле позицию у этого охотника занять, а потом уже 100%, он бы хорошо отработал. Отсюда 100? 100. Хорошо, чуть-чуть приблизимся. И лупи по охотнику. Жаль, был бы крит, было бы умничка вообще.
Лисичка, перезарядка. И по охотнику 100%. Ну, отлично же. Если есть 100% по кому стрелять, значит надо стрелять. Он кританул на 2. Аж на целых 2. Свинью запалили. Жареная свининка. Еще одна жареная свининка. Да он как бы и так уже горит. И охотник Зазурана. Замечательно. Так, добиваем. Непонятно, почему у меня отсюда 100% попадание. Я что-то не совсем врубаюсь. Ну, раз вы говорите 100, так я как бы и не против. Так, у Дакса по охотнику 50% с критом. Ну, стреляй. Отлично. Блин. 3 хпшечки, ну ладно. Бормин у нас горит. Но Бормин у нас перезарядка и убийство. Все, вывез, грубо говоря, локацию. Сейчас соберем здесь трапецкий. Надеюсь, что-нибудь хорошее даст. Было бы отлично. Что там остается? Охотник и 2 поджигателя, да? Если я не ошибаюсь. Причем поджигатели, которых будет ваншотать свинья. Ну, одного, по крайней мере, будет ваншотать. Вообще без брони. Вообще без брони. Вот сейчас мы его и ваншотнем. Отсюда 100%, 100%. Давай. Уничтожаем. Уничтожили лисичка. 25%. Ничего. Нет, 25% это мало. Мне не нравится. Отсюда 50. Отсюда тоже 50. И 100 по поджигателю. Давай сюда и по поджигателю с соткой отрабатывать. Say my name, Chiswipe. It's Pharaoh. What do you think about that? Хотя есть сейчас 4 хп, заход могут сдуть спокойно. Так, Дакс перезаряденька. 50% по охотнику. Ну, вдруг промахнусь. Ожидаемо. Ладно, поджигателя свинья добьет 11 хп. А, охотника Фэру сейчас добьет. Хотя можно и так добивать. Без участия свиньи. Блин, нормально. За весь бой сколько? Одну аптечку я потратил. Тема. Броня решает просто. Броня решает неимоверно. И броня, и оружие, которое наконец-то начало нормально наносить урон. Вместо того, чтобы просто пердеть в пустоту. С другой стороны, все стало гораздо хуже с перехватами. По-моему, перехваты раньше я попадал больше. Так, вот она, аптечечка. Горючая смесь. Надеюсь, что здесь больше никого нет. Красный глаз. И тоже модификатор крита. Полезно, но мне лучше бы вот этот прицел ММР-БРБР. Грох-поилка. Артефакт. Ага. Ну, по-моему, за единичку там можно выучить только, типа, усиление гранат. Усиление гранат мне нафиг не надо. Не усиление гранат, а лишняя ячейка под гранаты. Мне бы лучше не лишнюю ячейку, мне в нее ложить нечего. Мне бы лучше там, типа, каждая купленная граната дает вам 2 гранаты. Вот такое бы мне прям зашло. Так, здесь больше ничего нет, да? Вроде ничего. Да хватит орать, вы не теряете хп. Горючая смесь. Здесь трупов я не оставлял. Обычный лом. Он, судя по всему, куча бутылок. Куча коктейлей Молотова. С таким запасом можно знатно пошалить. Это хорошо, конечно, только я их не юзаю. У меня их и так куча, мне их девать некуда. Обломки старой техники. Давайте это здание изучим. Так, тут пусто. А наверху. Оружие. Мне б ящичек такой продолговатенький, в котором бы ствол лежал. Вот он бы прям мне пригодился. И желательно вот тот ствол за 480. Ну или какой-нибудь его аналог. Я бы не отказался. Сразу взять, сразу проапать и просто уже в квестовой локации рвать лица.
Тут на полу разбросано бумаги, мне казалось, они из бумаги шляпы делали, почему она валяется. Короче, рассуждения, не имеющие никакой ценности. Здесь пусто. Записка. Чек. Эксклюзивная домашняя честная пивоварня. Микропивоварня с органической и этнической кухней, радующей приятной постпанковой атмосферой 80-х. Короче, тут в секундах рассчитывали, судя по всему, фисташки. Нелюдимый тетрал без лактозы. Рассчитывались в секундах 3300, 1,5 сек. А вот и ствол. А вот и ствол. Давай, пожалуйста, топ. О, ну, топ же. Такс, это у нас скорострельное лазерное оружие Анклава. Анклава? Привет, Fallout! Анклав, блин. Тут отсылка на отсылке. Короче, это заменитель автомата. Это явно заменитель автомата, и он лисички сейчас станет. Все, лиса у меня теперь вообще будет вывозить хреновую гору урона. Теперь вот такого же класса, то есть, как я понял, такого же класса, наверное, есть снайперка. Ну, точнее, снайперку я видел в продаже, да, за 480. Ну, пока у меня нет 480, чтобы купить. И мне бы такого же класса дробовик. И все. И как бы все, я заряжен по максимуму. Значит, надо возвращаться, надо сейчас сразу переставлять на этот ствол обвесы, и надо апгрейдить. Вроде все, вроде лока больше пустая, больше здесь ничего нет, как мне кажется. Но я, по крайней мере, ничего не вижу, нигде ничего не блестит. А значит, пора возвращаться в ковчег и потом уже идти по квесту. А можно вот сюда сначала? А может все-таки по квесту? Ладно, давайте в ковчег. Сейчас апгрейдим эту пулялочку, дадим ее лисичечке. И разберем ее старый автомат на детальки. Так, ремблок, где ты там? Welcome to the fix pit. My name's Del- Хотя у лисы автомат третьего левела, ну как бы давай его. У кого-то ж у меня тоже автомат. У Бормина. Давай так. У Бормина он не апгрейдженный абсолютно. Поэтому давайте у Бормина его снимем. Ну, где снять? Где снять-то? А, через инвентарь, судя по всему. Later, сейчас сделаем. Такс, инвентарь. Бормин, где ты? Снимай автомат. Он тебе не нужен. Ты все равно у нас только дробовиком, в общем-то, и пользуешься. У лисички. Вот этот автомат снимаем. Ну, его можно как бы... Хотя она аналогична, она не пользуется дробовиком. Давайте, ставим ей автомат, вот этот. С этого сейчас все поснимаем. Утки есть пистолет, ну как бы, типа... Типа, давайте его заменим, ладно, на вот эту вот фиговину. На всякий случай. Он все равно не апгрейдженный. Этим ничего другого не надо, по сути. Гранат нет, бутылки есть. Ну, бутылка... Ну, пусть, ладно, пусть пока бутылка. И возвращаемся... Значит так, у Дакса вот эту фигню надо снять. Тут и прицеливание. Ну а здесь урон роботам, да? Давай, короче, снимаем у Дакса вот это. Сюда поставим прицел какой-нибудь из ненужных. Ладно, только чуть позже. Фэроу, прицелы. Вот эту фигню, конечно же. И сюда. Значит, поджог и крит ставим. И апгрейдим. Раз. И апгрейдим. Два. Все. Вот теперь Фэроу реально жопорвалка. 12 урона. Охренительно. 18 дальности. Тема. Так. У Дакса здесь все остается. Сюда можно просто пока какой-нибудь прицел лупнуть. Ага. У него и так стоит на крит. А у Бормина на дальность. Ну, дробовик, он и так не дальний, поэтому да, здесь на дальность есть смысл. Кстати, давайте поставим поджог, потому что, судя по всему, у меня сейчас здесь только роботов не будет. Я буду спускаться в этот... Как он называется? В бункер. Давайте сюда поставим на крит. И модуль урона. Ну, пусть тоже против роботов у меня все равно другого нету. Значит, вот этот рэмбина, может, бумпалку... Давайте снимем одно, второе.
Отброс врагов. Два бонус к хриту и отброс. Ну, может быть полезно, может быть полезно. Этот рембина даже немножечко бумпалка прокачана. Рембина нет. Рембина тоже разбираем. Ну и бумпалку тоже, наверное, разбираем. Нахер он мне нужен? У меня уже есть. Игольчатый пистолет. А что у него? Один бонус к критическому урону, 100% шанс отбросить врагов. А вот это вот полезно. Только кому бы это поставить? Отброс, отброс, отброс. Да, ну давайте, давайте поставим вот сюда вместо урона роботам. Здесь два. Ага. Чтоб Дакс, если что, мог отбросить какого-нибудь товарища, который совершает нехорошие вещи, там, типа, например, поднимает кого-нибудь или контролирует. Так, магазин Риди, глянем, может, чего нового. Нет, аптечки. Ну вот все еще есть вот эта охренительная броня и вот эта вот охренительная пушка, но и прицелы вот эти вот охренительные, суперские, но у меня на них нет денег. Ладно. В общем, на этом серию, пожалуй, буду заканчивать. Реально длинная получилась. Следующая серия. Пойдем уже конкретно в квестовую локацию, конкретно наваливать уродом и спасать Хэммона. Спасибо, что смотрели. Лайк, комментарий, лучшая поддержка. Ребятки, с вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.